Первые зимние игры «Дети Азии» пройдут в 2018 году на Сахалине. Об этом сообщил президент оргкомитета игр Дмитрий Глушко. Предполагается, что в соревнованиях будут представлены 8 дисциплин. Среди них фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт, биатлон и лыжные гонки. Целесообразность проведения зимних игр «Дети Азии» на Сахалине обусловлена тем, что там формируется территория опережающего развития горный воздух. На острове строят множество спортивных объектов. Финансирование спорта на Сахалине в следующем году будет увеличено на 40%.